Так, друзья, всем привет, с вами снова я, Марк Лигобой, и это мой очередной влог. Да, вот я построил слейв, первый. Вот этот слейв, позже я на него сделаю обзор. На самом деле, набор очень хрупкий. У меня уже раза три вот просто так стоял и падал с подставки. Легко, здесь его невозможно просто взять за эту часть, потому что вот это все развалится. Брать только за красную часть, то есть за низ. Сзади, ну, тоже классно все детализировано, но вот у него такие есть пробелы, например. Это разве набор за 13 тысяч, в котором вот так вот шатается все? В которого все выпадает? Мне кажется, это бред. Вообще в Лего уже попутали берега, походу. Ну, и сейчас я уже почти сделал видео, где я собираю слейв. Все это вы увидите позже. Ну и как вы заметили, я уже в новой комнате потихоньку, потихоньку, устраиваюсь. Там мои модульные здания, пока три штуки, еще будет детективный офис. Может быть что-нибудь другое, но мне хочется очень детективный офис. Хотя он не очень высокий, мне бы хотелось какое-нибудь высокое здание. Конечно, пожарный участок очень бы хотелось, но нет. Такой сюда глобус, но он на самом деле не тут будет стоять, но просто здесь. Типа секрет, бар тут. Пока кровать, я сплю. Сейчас смотрю я по телеку, как Дэвид Холл собирает Millennium Falcon. Ну и в принципе пока все. Нового у меня особо ничего нету. Вот то, что я собрал. Слейв, он очень крутой, особенно Боба Фетт. Это вообще просто шикарная мини-фигурка. Одна из самых моих любимых она стала. Одной из самых моих любимых. У нее и принты на руках. И все очень классно продетализировано. Еще сзади не хватает принтов и сбоку. Плохо фокусируется. Ну это же iPhone, надо будет что-нибудь новое придумать, на что снимать. Ну и также еще мини-фигурка Хана Соло, мини-фигурка штурмовика и мини-фигурка, а я даже не знаю, кто это. На коробке это у нас Беспингард. Охранничек у нас тут такой. Это дурацкая наклеечка, которую я раза 4 переклеивал. Ненавижу, терпеть не могу просто клеить эти наклейки. Это самое ужасное, что существует у Лего. Ну и, в принципе, все. Ждите сейчас видео. Спасибо, что посмотрели этот влог. Будет больше влогов. Кстати, да, я говорил там. У нас еще один магазин Лего открыли. Если вам интересно, я могу снять там видео. Ну и все, в принципе. С вами был я, Марк Лигобой. Спасибо большое, что смотрели это видео. Пока! Ну, фокусируйся, дурацкий iPhone.